сейчас я уже расскажу про станции Лорет вот, и вообще, как они используются. Ну, для начала рассмотрим общую схему вообще работы станции L и X диапазона. То есть у нас есть антенна Лорет, которая располагается на улице. От нее у нас идет высокочастотный кабель, который передает, собственно, сигнал, который принимает облучатель. И, собственно, блок управления, который как раз вот служит для наведения манипулятора в нужную точку по треку. Также у нас есть блок питания антенны всей системы. То есть это та коробочка, которая у нас располагается в помещении. И, собственно, это все подключается уже к компьютеру. Компьютер как рассчитывает, так и принимает, так и управляет манипулятором. То есть, по сути, делает вообще всю работу в практически автономном режиме. Единственное, что нам надо сделать, это, собственно, принимать и дешифрировать снимки. Также есть функция передачи сырых снимков в сеть на сервер обработки данных, который может полученные данные дешифрировать в изображение и выкладывать их на портал. На данном слайде представлен общий принцип работы наведения облучателя в точку. То есть у нас есть некий расчетный трек пролета. Он получается путем перевода координат в декартовые, то есть азимут и угла места в X, в координату X и Y. Ну и, собственно, после чего уже переводится в углы, на которые следует повернуться первому и второму плечу робота-манипулятора, который перемещает высокочастотный облучатель, то устройство, которое у нас принимает вообще весь сигнал. Что составляет программное обеспечение? Программное обеспечение делится на две части. То есть первая часть – это портал, который служит тоже для расчета проводов спутников. То есть это штатное решение Лорет, которое, по сути, замещает арбитрон. Оно служит тоже для оценки, когда у нас какой пролет. Также тут можно посмотреть и оценить энергетику принятого сигнала. Вот, и также посмотреть, когда будут следующие пролеты. И, собственно, портал у нас уже генерирует так называемые трек-файлы, о которых мы расскажем чуть попозже, которые уже поставляются в программу управления манипулятором. Программа Лорет антенна, она подгружает эти трек-файлы, их считывает и уже, основываясь на них, наводит облучатель в нужную точку. Немножечко, собственно, теперь про другие технологии, которые тоже есть у Лорет. Это так называемая турникетная антенна, которая используется для приема в УКВ-диапазоне. То есть это диапазон 137,7 МГц. На нее можно принять в данный момент три спутника. То есть это Meteor-M2, это NOAA-18 и NOAA-19. NOAA-15 принимается тоже, но принимается чуть хуже. То есть он уже старенький, и его энергетика по сравнению с другими спутниками, ну, несколько ниже. В целом, она позволяет принимать, как уже говорил Андрей, достаточно большие снимки на больших областях. Делает это достаточно хорошо, но с низким качеством. То есть у нас разрешение снимка будет сильно ниже по сравнению, чем с L и X станциями. Вот. Но в то же время ее главное достоинство – это портативность и то, что, по сути, чтобы ее запустить, надо в районе 5 минут. То есть это сборка достаточно простой конструкции и, собственно, запуск программного обеспечения. То программное обеспечение, которое у нас используется для турникетной антенны. Это программа Arbitron, которая рассчитывает как эффект Доплера, так и, собственно, расписание проводов спутников. Программа SDR Sharp, которая позволяет работать с SDR-приемником. Они между собой общаются через DDE-клиент, так называемый. Ну, это плагин, который устанавливается в SDR Sharp и служит для того, чтобы Arbitron умел общаться с SDR Sharp и транслировать в него положение спутника в данный момент. Ну, это надо для подстройки частоты, вот как раз с учетом эффекта Доплера, ну и вообще запуска и остановки записи. На самом деле там достаточно много можно чего настроить, то есть там можно настроить частоты, которые он будет устанавливать при подходе определенного спутника. Можно настроить широту полосы, которую он будет устанавливать в зависимости от спутника. Но в основном она статичная, заставляет 38 кГц. Ну и, собственно, чтобы дешифрировать все снимки, есть программа PX2Image. Она дешифрирует спутники серии NOAA. Для
метеоров, у них используется немножко другой протокол. У них используется протокол HRTP-L, по-моему, он называется. Боюсь соврать, но, по-моему, как-то так он называется, который уже передает цифровые данные. Ну, и, собственно, для них есть уже отдельная программа, которая позволяет получать снимки. Примеры снимков, то есть у нас программа VXPlumage умеет на основе ИК-каналов синтезировать псевдо-RGB-сигнал, ну и также термальный снимок, основываясь на которой можно оценить вообще, что у нас происходит на местности, вот, что у нас куда движется, какие есть циклоны, вот, ну и общую температурную картину. Lenticularis — это, скажем так, базовая станция по приему в L-диапазоне. То есть она как раз состоит из уже параболической антенны с манипулятором и облучателем, который наводится на спутник. Вот. Ну и, собственно, его отслеживают. Ну, спутники, которые можно принимать на L-диапазон, это Finuin 3B3C, Meteor 18-19, ну и также спутники серии Metop. Ну, Андрей уже про это говорил. Ну, как вы видите, на Lenticularis получаются уже более красивые снимки, они более детальны, вот, и можно уже более с лучшим качеством рассмотреть интересующие нас погодные явления. Программа «Аппаратный комплекс LORET» предназначена для работы уже в X-диапазонах. То есть это более профессиональный такой сегмент, который, по сути, как раз служит для приема уже по-честному профессиональных спутников. То есть это высокое разрешение, порядка 250 метров на пиксель. Также есть спутник AS2D, который вещает, ну, скажем так, по закрытому, но в целом съемку на него можно заказать и попытаться принять ее на станцию вот как раз X-диапазона. То есть там получаются очень красивые сагитальные снимки. Вот, но если интересно, то можете погуглить. Это российский спутник, запущенный, по-моему, Самарским университетом, AS2D. Ну и, собственно, наше детище с Андреем — это конструктор Link to Space. Что он из себя представляет? Это инженерный конструктор, который позволяет из достаточно компактного ящика оперативно собрать станцию приема в L-диапазоне, ну и, собственно, как-то ее отъюстировать, поставить практически в любом месте, где есть открытое небо, и принять сигнал. То есть как турникетная антенна позволяет практически везде, где есть кусочек открытого неба, принимать сигнал, так и Link to Space позволяет уже делать это с более высоким разрешением и уже в L-диапазоне. Ну, собственно, с Link to Space вам предстоит работать уже на очном финале в Sirius. И на данном слайде представлена инструкция по сборке. То есть все начинается с сборки нижней части. То есть это шестиугольник, правильный шестиугольник, который собирается. Сейчас я не считаю нужным останавливаться на инструкции более подробно, потому что у вас она будет. То есть она прилагается к каждому набору Link to Space. Самое главное — следовать последовательности и не нарушать. Тогда у вас процесс сборки, ну, он не вызывает трудностей и каких-то страданий. Теперь давайте немножечко поговорим про настройку. То есть про настройку программного обеспечения, какие параметры и где нам надо поменять. Конфигурационный файл LORET.ini, в котором у нас задается имя станции, путь до папки с файлами, ну, то есть архивы, фокус. Это фокусное расстояние для антенны, то есть для Link to Space оно составляет 770, для двухметровых тарелок комплексов LORET оно составляет 440, радиус антенны составляет для Link to Space 550 миллиметров, для антенных комплексов LORET он уже, соответственно, больше. Параметр порт — это номер компорта, к которому подключен у нас управляющий модуль, про который я уже рассказывал в начале лекции. Это тот черный ящик, который позволяет нам принимать сигнал. И параметр таймкор — это разрешение или запрет корректировки системного времени, основываясь на GPS-приемнике. То есть у нас в уличном блоке управления есть маленький GPS-приемник, которая позволяет нам, во-первых, точно корректировать время.
этот параметр отвечает как раз для того, чтобы разрешить или запретить. Так выглядит системный интерфейс программы LoRaID антенны, и вот на него следует обратить особое внимание. Здесь есть два поля. Первое поле – это антенна. Сюда следует вбить координаты самой антенны. А также следует вбить в координаты, в соседнее поле следует вбить координаты той точки, на которую мы ориентируемся. То есть рассказываю, как вообще это происходит. После того, как мы уже собрали антенну, после того, как она у нас подключена, нам следует разложить манипулятор и навести на какой-либо ориентир. И уже координаты этого ориентира следует вбить в программу для того, чтобы мы смогли посчитать азимут, ну и, собственно, навестись на север. То есть, чтобы тарелка, станция сама понимала, как относительно севера она стоит. То есть, насколько, какое у нее азимут, место, и как вообще ей следует наводиться на спутник. То есть, это вот очень важный момент, который следует сделать при юстировке станции. Также следует отметить то, что станция должна быть горизонтирована, тарелка должна располагаться по горизонту. Это проверяется обычным уровнем. В инструкции это более подробно описано, но если вкратце, то мы берем строительный уровень метровый и начинаем его прикладывать по соосным диагоналям шестиугольника. И после чего, когда у нас везде он показывает по центру, мы зафиксируем стопорные гайки на ножках, и у нас получается то, что у нас антенна уже статично и отъюстирована. Вот. После чего следует уже ввести координаты и ввести азимут. Также две полезные кнопки, которые есть в этой программе. Это кнопка Go to Pass. Это кнопка возвращения манипулятора в нулевое положение. И кнопка Flip to 180. Кнопка Flip to 180 позволяет разложить манипулятор на 180 градусов. Также для точной подгонки нулевого положения есть два поля. То есть это поле первого плеча и поле второго плеча. То есть это то, какие, ну, на сколько градусов следует сместиться плечам манипулятора относительно своего нулевого положения. Но я думаю, про это вам расскажут уже на очной программе более подробно и более точно. Что собой подразумевает трек-файлы? Трек-файлы – это текстовый файлик, который содержит шапку, в которой содержится название спутника, дата, время в UTC. На это тоже следует обратить внимание, то, что у нас время везде в станциях LoRaID, оно указывается в UTC. То есть если мы находимся в часовом поясе Москвы, то нам следует к нему прибавить 3 часа. Вот это в целом просто, но на это тоже надо обращать внимание, вот, чтобы не пропустить пролет. Ну а дальше у нас идет уже сам трек-файл. Время начала приема, азимут, который у нас имеет аппарат в данный момент, ну и, собственно, высота, на которую он поднялся. Этот файл составляется посекундно, и в целом, основываясь на нем, уже программа LoRaID антенна делает трек-файл. И дальше по нему в автоматическом режиме запускает запись и проводит манипулятор по треку. Так выглядит сформированный трек. То есть это такая красивая диаграмма, которая отражает, во-первых, положение плеч манипулятора, ну и, собственно, основной трек-файл, по которому пройдет у нас облучатель при пролете. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, то в целом я готов на них ответить.